Рахазва Махачкала. Кез ичем ахирар хурметлу юлдашар. Эхирим же хабарар гузвучна. Россиядин федерациян премьер-министр Михаил Мишустина Дагустанда кайтах Дербент водовод хомпатал кэмилярд манахчара уни хакинда карардал кулчугуна. Проект өмірдес кечер мишуни Дербентта қода цин қитвалт имилардай ва адан ерік санардай мүмкін болгуда хабаргузва министрдин кабинеттин сайтты. И имарат цигу патал федеральный такатар койағзурни қанивод лахай сара государства дин кефер патал Кавказ дин федеральный округ велик титхун программа дин сергатрава чараида лугузва малумата. Кейдзвайвал цельди тахминардай циева даводдик кани сут километр дла артух яргивал ва суткада кани кудағзур кубометр цельди тахминарда гужлувал жада. Цельди тахминардай циева тадарак түкірун Дербент чехер Ағзурны қанивод лахай солди вери патарика еремлу авуниз талуқияс Михаил Мишустина тапшуруқ долди хазурнава пландик акасава. Санлай качурла пландик утқани вод саренжемко. Федеральный бюджет та абуркалиса кудупатал яхсур ныргуд миллиардни ири 2 миллион манат фикирды кунва. Алай сон апрель дез Дербенти Кейл Рустамбек Пирмехамедова вичи телеграм-каналда хабар гаивал кайтақ Дербент водовод Кайгзурни каникуд лахай сон эхир долди ткюрна кутяхтай валя. Ада Аллава Куурвал, идах галас садкис шурдере Дербент водоводни проектни хазурзова. Дагустандин хукуматин председатель Абдулмуслим Абдулмуслимова руководство декоз республиканский инвестпроект аркализа кудуни миселарис талук совещание клетхона. Идакай галай-галайвал Диана Амиралиева дин репортажда. 58% от планируемого объема контрактации по госпрограммам и нацпроектам выполнено в Дагестане. Высокий показатель у Министерства природы, Минтранса и Минимущества. Председатель правительства озвучил итоги мониторинга федерального казначейства по нарушениям во время заключения контрактов. По итогу из 376 госконтрактов признаки нарушений выявили у 341. К наиболее часто встречающимся рискам и признакам нарушений можно отнести нарушение или увеличение срока оплаты контрактов, нарушение требований к размеру обеспечения исполнения контрактов, просрочка исполнения контракта по вине поставщика без применения к нему мер ответственности, увеличение срока исполнения контрактов, заключение контрактов с единственным поставщиком, заключение государственных контрактов с постоянно повторяющимся поставщиком услуг и работ. Абдулмуслимов поручил министерствам и ведомствам обратить внимание на эти нарушения и своевременно принять меры. Говорили на заседании о республиканских инвестпроектах и эффективности реализации госпрограмм в ушедшем году. Отдельный вопрос проведения ЕГЭ в Дагестане и его итогах. По словам представителей профильного министерства, все прошло в штатном режиме. 35 768 девятиклассников и 13 269 11-классников и выпускников прошлых лет пришли на экзамены по 11 предметам в этом году. Все пункты проведения экзамена по основному, по единому государственному экзамену были освещены видеокамерами. У нас были планы в текущем году и под ОГЭ тоже провести видеонаблюдение, но, к сожалению, мы не успели смонтировать эти камеры во всех пунктах приема ОГЭ, но в следующем году мы обязательно порядка это сделаем, поскольку у нас уже все оборудование уже закуплено. И осталось только провести монтажную работу. Важная тема на рассмотрении правительства – инвестиционный проект. В Дагестане есть все предпосылки для создания регионального мясного кластера. На заседании представили проект мясоперерабатывающего комбината полного цикла, где смену будут перерабатывать 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота. Здесь же переработка молока, производство комбикорма и переработка шкур и шерсти. Несмотря на динамический рост производства экологически чистой и очень востребованной продукции животноводства, в Дагестане уровень переработки мяса составляет всего лишь 9-10% от производства. Практически весь убойный контингент реализуется и в непереработанном виде. Это связано с наличием крайне устаревшего оборудования, строительством убойных, но не перерабатывающих цехов, с отсутствием собственных и доступных кредитных средств для модернизации производства продукции и переработки животноводства.
Дагустан Республика Дин Здравоохранения Дин Министерства Дин Пресс-Кулов Ди Хабар Гаивал, Дербент Дин Центральной Больницы Да Алла Айом Дин Ангиография Дин Комплексы Цикзава и Муракаб Техника России Дин Федерации Хукума Дин Резерв Дин Фондуни Хисабда Акаянова Атакатрик Дагустан Республика Дин Здравоохранения Дин Министерства Ди Качуна. Цей тадарак ти доктор из реки Дамари, Кили Мефтяди, Гилери, Кочери, Хкоди Дамари, в масса органарин диагностика, вините реже да клет худай, в чкулдин кмех галачиз, дамарар сагардай мункин волгуда. Сифтену бахта инсан рез миокардин инфаркта хумпатал реки дамарар сагарда. Ида республика ди кабля патал район рин ахалияр садлахана кенеки кай кутармишта. В инсанар худа, кейдна министр Татьяна Беляева ди. Алла айом дин тадарак дал Олахтай пешекари, Москва дин в Краснодар дин клиникайра чирвилер в тежриба качунва. Холдин шаир Фазу Алиева диде дисхаидла иних, куткани цудис тамам кунисталу карнавай шад мярекад, Махачкалда Максим Горки ди таруних гала урусри драмтеатр декалефена. Кечна Дагустан дин зурба шаир диз, ва и кекрар алака дишехли дин и кюкамах диз бахшнава мярекат калет хузва. Ам Дагустан дин милли литературы дин мягкем дестекри кайз садия, ва ада России дин шаирах дин тарихта и кючина чухна. Дагви дишехли дин, дидедин, ватан перестин камах диз бахшнава шаирар келдайла, чехирюх авай назик и дишехли ди, Дагустан диз хикуан гзавган вата катуз хейран жезва. Лахана Дагустан Республика Дин Хукумати, председатель Дин Заместитель Муслим Телекавова. Республика Дин Писатель Рин Союз Дин Председатель Мехамед Ахмедова Гафаролди, Шаир Дин Яратмишун Рин Катенли Шанар, Дюзгюнвол, Хаквол, Каниволтир. Шад мярек хаталнен ки ши ирис кхенва мани ярва кулер тамамарна, хак Фазу Алиева дикай архив дин видеороликарни калурна. Театр дин фаеда мярекатин иштирек чарпатал выставка ярни тешкилнавай. И калибек тахагод ди торних гала милли музей ди шаир дин сюрехтин ва важиблу ва киайрих гала зала калу шикелрин выставка ткюрнавай. Расул Хамзатова торних гала милли ктабхана ди адан октабрис талу карнавай выставка тешкилнавай. Алатай хафтедин эхира лезги газеттин кэлин редактор Мехамед Ибрахимова мили журналистика дин хиле калурнавай лайих ловлера ва хайи иқах галазала калуяз Алаудин Халидович Хамидоваз лезги газеттин вишис медалгана. Алаудин Хамидова яхцурин цуги салай гзав девирда лезги газеттин редакцийда колахна. Джуребу джире куллуғрал вичел ихтибара вурвезифаяр намуслу вилелдик илиза кудай пешекар журналисти эхирим же исара редакцийда ишаиштин Селарин ва чарарин отдел диз рехбер волгузвай. Россия дин федерация дин ва Дагустан республика дин культура дин лайих лукуллухчи. СССР дин журналистрин союз дин члентир Алауди Хамидова калем дикай. Джуребу джуре темайрай кенвай вишарал ди макалаяр, очеркар, зарисовкаяр, кейдер хкатна. Алла Таисус Махачкалда адон публицистика дин эсерика ибарат кейдин ктабни чаптая катна. Сашму дис идила велик пенсии дизе кэжновай журналисти, хаи редакции дих галазала кала ярат узвач, муквал-муквал коллектив дал кэльчу газва. Масака хуни мумкин туш, инак ола хаи сара, лезги газехти редакция Алауди Хамидов патал хаи кэдлахай колизэл кэнва. Спорт. И мукара касун хурел, район дин садлахай нумрадин айол рейни жаван рейн спортшкол дин залда, велибек ягибеков рекера хуни лишаяз, волейбол дай район рейн уртах цувадлаха турнир клефена. Ягибеков рейн хазан дин кумех галаз, район дин спортин, туризм дин, ва джихил рейн краин рекер комитетин кил Чингиз Абдулмеджидова тешкилай и мярекат, Сулейман Сайский район дин кил Саид Тимирханова чухна. Уважаемые друзья, хочу вас сегодня искренне поздравить с открытием турнира памяти Вильмета Егебекова от имени администрации муниципального района, от имени собрания депутатов, от себя лично. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить семью Егебековых за то, что они ежегодно проводят этот турнир. Комитет по спорту, делам молодежи и туризму администрации муниципального района, управление образования. Хочу сегодня пожелать нашим командам, участникам честной борьбы, победы в честной борьбе, а нашим болельщикам получить
настоящее удовольствие от азартной борьбы сегодняшних наших спортсменов. Турнир день тяжкила чери халкуена чими келима яргоз. Велибек Ягибекова Буба, Ягибек Ягибеков Рахана. Азисты журмесло, кайни турнир день штарякшия. Тануар кве чухсу, кве чонди сау гура, кве хазонд бахтар хура. Кве Аллах ты душиш баларика, вече худабр какой Аллах. Кве змирида чухсу. Особенно за чухсу улыжгоза, че районный глава Саид Мусинович, а то не штарек изва, вече Чонди сау украйола. Идала гюгунис турнир башла мишхана. Кызгин диз келефей акажунра, сал Сулеймана район дин курхури команда садлачка дизлайо хлухана. Кудлачка Каспийск шехердин, будлачка архитрин, ва кудлачкани сал Сулеймана район дин агасталри команда рикуна. Күне эхирмиш хабарик ябакална.